56 вопросов, 6 законодательных проектов и 5 государственных программ. Вот что собой представляла повестка заседания Комитета Законодательного собрания по соцполитике, госстроительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества. Один из вопросов касался малокомплектных школ региона. В минувшем учебном году общеобразовательных учреждений этой категории насчитывалось 75. В сентябре малокомплектных школ стало на одну меньше. Так, Вязовская начальная школа в Майнском районе из списка исключена. Связано это с ростом количества детей, которые сели за парты учебной организации в новом учебном году. Депутаты комитета соответствующие изменения в проект постановления внесли. Наверное, это результат той политики, которая проводится на территории Ульяновской области, правительством, Сергеем Ивановичем Морозовым, губернатором, да всеми руководителями вопроса демографии. То есть мы видим первые результаты, что действительно школа у нас переходит из одной категории в другую. Определили народные избранники и прожиточный минимум пенсионеров жителей региона. Так, средняя величина на финансов 2019 год составит 8474 рубля. Это одна из позиций, которую можно выделить из всех субъектов Российской Федерации по Приволжскому округу. У нас их 14. Мы занимаем 11-ю позицию, начиная с меньшего. Если у нас только больше прожиточный минимум Пермского края и Удмуртии. Также для пенсионеров существуют скидки на услуги ЖКХ, 50% оплаты за коммунальные услуги и за найм социального жилья. Действует единый проездной билет в 220 рублей и дополнительные надбавки отдельным категориям граждан, например, ветеранам труда и инвалидам. Рената Люлова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.